Добрый вечер всем. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, как меня видно. Слышно и видно, да? Отлично. Я сегодня неспроста вам поставила этот ролик. Я его много лет назад услышала на Академии развития лидерства Валерия Максимчука. Этот ролик... Ну, он постоянно идет со мной по жизни в компании Oriflame. Он очень значим для меня, и он очень многие вещи показывает и объясняет для нашего бизнеса. Если вы заметили, и очень часто, наверное, в жизни мы, наверное, как-то отслеживаем или решаем за человека, или оцениваем его по внешнему виду, по каким-то действиям, по каким-то поступкам. Но зачастую у каждого человека в душе скрыт огромный потенциал, о котором сам человек может даже и не знать, а тем более мы. Всегда надо дать шанс каждому человеку. На самом деле вы увидели, что из простой медсестры, да, живущей в деревне, какая получилась звезда, зал аплодировал стоя. И точно так же в нашем бизнесе компания Oriflame очень многие люди, живущие где-то, может быть, в какой-то глубинке, очень могут раскрыть себя, найти, стать полноценными и классными лидерами и зарабатывать огромные деньги вместе с нами. Поэтому никогда, никогда не оценивайте человека по его профессии, никогда не оценивайте его по каким-то внешним признакам. В жизни все может поменяться. Вы со мной согласны? Кому понравился этот ролик, поставьте плюсики, пожалуйста. Да, это суперовский ролик, и время от времени он меня очень мотивирует, и я включаю ему кому-то со своих знакомых очень часто посмотреть, потому что на самом деле классный. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Сычева Елена, я предприниматель Центра развития предпринимательства Smart Business из города Гомеля. В этом бизнесе я работаю уже больше 16 лет. Работает вместе со мной более 1500 человек. Я являюсь экспертом в области здорового питания, в области антивозрастного ухода за лицом и также бизнес-тренер по развитию бизнеса и вопросам личностного роста. Конечно же, так было не всегда, да? Все мы с чего-то начинаем, точно так же, как и Катя Соколенко начинала свой путь, и я свой путь начинала, как обычный простой человек. Да, кем же я была? До знакомства с компанией Oriflame я была обычным преподавателем, мастером производственного обучения в швейном училище. У меня профессия, первая профессия у меня закройщик верхней и мужской и женской одежды, затем мастер производственного обучения. Я обучала девочек шить верхнюю одежду. И вот внизу на фотографии так получилось, я чисто случайно нашла эту значимую для меня фотографию. 1 сентября 98 года оказалось для меня последним 1 сентябрем в моем родном училище. А потом жизнь очень круто у меня изменилась. А что же произошло дальше? В какой-то момент, да, мне моя знакомая, я находилась в декретном отпуске, ну, вы, наверное, слышали уже, да, знаете мою историю, моей дочери был всего лишь один год. Я шила дома, и моя знакомая принесла мне каталог компании Oriflame. Восхищенно о нем рассказывала, показывала, конечно, у меня на тот момент не было денег, и я ей отказала. Но моя знакомая предложила мне возможность узнать, как можно зарабатывать с компанией Oriflame. Поэтому я вас очень тоже прошу, никогда не решайте за людей. Дайте им две возможности. Покажите каталог. Если человек вам сказал, что у меня нет денег, я не могу ничего купить, дайте ему возможность узнать, как можно зарабатывать с компанией Oriflame. Если бы мне на то время моя знакомая не сделала второе предложение, вы знаете, наверное, эта жизнь, мое общежитие, в котором я жила, да, моя работа, они бы остались и сегодня у меня. Почему? Потому что за все эти годы я не услышала ни одного толкового предложения. Меня никогда не позвали в компанию Oriflame. Почему-то так сложилось, даже не знаю почему. Когда мой ребенок был маленький, да, конечно, мы с ней выживали. Мы жили в общежитии, положение было непростое. Здесь на фотографии вы видите видеомагнитофон, и это очень значимая вещь для нашего дома. С нее все и началось.
Когда я пришла в компанию Reflame, очень быстро получилось так, что я вышла на уровень 9%. Но из-за своей неуверенности, из-за своих комплексов, из-за своих страхов, нерешительности, я была страшно закомплексованным, страшно неуверенным человеком. Я, скажем, разрушила начало этого бизнеса, да, то есть не ощутив, что это такое, это все ушло у меня под ноль, да, какая-то жизненная сложная ситуация, и мой бизнес маленький развалился. В какой-то момент был интересный разговор с моим вышестоящим директором Юницкой Анной Евгеньевной, и она опять в меня вселила надежду того, что это все реально и это все возможно. Я, приехав домой, переоценила, взяла, вы знаете, я рекомендую каждому из вас, может быть, время от времени брать такую чашу весов и размышлять над своей жизнью. Я взяла две чаши весов, да, в одну чашу я взяла то, что я уже видела в компании Reflame за эти 2-3-4 месяца, которые я была. Во вторую чашу я взяла то, что я имела в училище, ту жизнь, которая окружала меня в данный момент. Естественно, я понимала, что за 2-3 месяца я увидела признание в компании Reflame. Я вышла на уровень 9%, и меня красиво поздравили на сцене. Это было незабываемо, это было... Коленки дрожали, понимаете? Это было ощущение, ну, действительно, в моем родном училище, отработав 7 лет, такого признания я не видела. Естественно, я долго думала, я понимала, что у меня есть маленький ребенок, и надо в этой жизни как-то выживать. Я принимаю решение начать работать в этом бизнесе заново. Не так все было просто, как сегодня. На то время было очень сложно, я жила в общежитии. Не было телефона, обычного не было телефона. Не говоря о мобильных, не говоря о компьютерах, о машинах и так далее. Я жила очень далеко от остановки. Было сложно выбираться куда-то вечером. Но я находила это время, я оставляла своего маленького ребенка и уходила. Эмоции меня захлестывают, простите. В какой-то момент к нам приехал Анжи, он привез нам потрясающую программу, в которой одним из подарков был этот видеомагнитофон. С него и началась моя карьера в компании Reflame. Я помню, у нас тогда в этой маленькой квартире сидело очень много человек, и когда Анжи показал эту программу, конечно, было классно получить в подарок музыкальный центр, получить в подарок этот видеомагнитофон, и был еще какой-то третий подарок. Я для себя решила, что я буду делать магнитофон, потому что мой ребенок хочет смотреть мультфильмы. Я не знала, что я тогда буду делать, у меня был маленький уровень, на то время 3%. Но на то время надо было... Я не помню, самое большое количество сделать квалифицированных рекрутов за 3 каталога. Условия были, может быть, простые, может быть, сложные, но все посидели и молча, ну, наверное, согласились с Анжем, да, классные подарки, но тихонечко отложили эти бумажки в сторону и ушли. Я очень долго этот магнитофон не давал мне, наверное, покоя, и я понимала, что он мне нужен. Я начала думать, что же делать. Я начала знакомиться с людьми на улице, начала бороть свою неуверенность и решительность, потому что я понимала, что это мне надо. Затем от компании вышла еще одна программа, и я увидела, что соединив эти две программы, я получу очень много. Я из тех людей, которые ищут всегда какую-то выгоду. И я вам тоже рекомендую искать себе, для себя выгоду и для своих консультантов, для своих рекрутов, для своих директоров, чтобы каждый понимал, за что он работает. Каждый понимал, что за это я получу что-то. Тогда еще быстрее будет развитие, и еще быстрее вы будете двигаться к заветным уровням. Сложно было ли, просто ли было мне в то время искать этих рекрутов, знакомиться с этими людьми, знаю только я. Но я смогла, я сделала эту программу. Я получила этот магнитофон. Я получила его уже на уровне 18%. Летом мне надо было выходить на работу, я была на маленьком уровне 9%, и я уволилась с училища.
мои знакомые, мои коллеги, никто не понимал и говорили, что ты делаешь, как ты будешь жить. Но на то время я уже посчитала, и я поняла, какие выгоды я получу, что я буду иметь. И меньше через полгода я вышла на уровень директора. Наверное, это стоило того, это показало мне ту новую жизнь, которую я сегодня живу. Нашла, скажем, помогла мне встретить таких классных лидеров, таких классных людей, которые сегодня рядом со мной. Поэтому этот магнитофон будет просто памятью очень долго, как начало всего моего большого бизнеса, как уровень директора в компании Oriflame. Спасибо огромное Анже, что он привез эту программу, и что я включилась в нее и смогла прочувствовать и увидеть этот новый мир. Потому что в этом мире достаточно много красивых и интересных вещей, о которых очень многие даже не подозревают. И сегодня очень многие говорят о том, что это все лохотрон, это все неправда. Неправдой будет для вас до тех пор, пока вы не начнете действовать. Начните что-то делать, и вы откроете для себя огромный и большой интересный мир Oriflame. В самом начале, как только я еще не закрыла звание директора, компания Oriflame пригласила нас на лидерский форум в Украину. Для меня это было вообще шоковым потрясением. Я не представляла, что я вообще не видела, я даже еще, наверное, на сервисном центре не была. То есть в те времена это было все не так, как сегодня, красиво и пафосно. Условия для работы были тоже недостаточно такие же простые, как сегодня. Естественно, когда компания пригласила нас на первый форум, у меня просто крышу сносило, когда я туда приехала, я посмотрела, что такое компания Oriflame, какой это размах, какие-то подарки, какие-то чествования, какие-то программы были для нас. Конечно, это было просто... Ну, незабываемо, то есть это еще больше вселило в меня силы, веры в какой-то, в то, что действительно я на правильном пути, то, что не напрасно я уволилась со своей основной работы. Конечно, таких форумов я посетила несколько, это были и вот на большом теплоходе мы плавали вместе с Валентиной Стебой, сегодня это старший золотой директор компании Oriflame, мы только вдвоем из Гомеля с ней квалифицировались на такую потрясающую поездку от компании Oriflame, это была Ялта, и каждый такой форум, он просто незабываем. Он просто незабываем, потому что в Карпатах мы поднимались на самую высокую точку Карпат и поднялись туда не все. И эта красота, которую мы видим на фотографиях, которую мы увидели в тот момент, когда мы поднялись на эту вершину, это подобно нашему бизнесу. Подъем был очень тяжелый, потому что была жара, было, наверное, около 30 градусов, и у многих закончилась вода, и был очень крутой этот подъем. Но мы туда ползли, простым языком мы туда ползли, хватаясь за эти кустики, поднимаясь, потому что мы хотели посмотреть этот мир, эту красоту. Точно так же кто-то в нашем бизнесе ползет, падает, карабкается, кто-то уверенными шагами идет. Но идите, вы увидите весь этот чудный мир и эту красоту. Конечно же, банкеты директоров. Мой первый банкет директоров, на который меня поздравляли, он был в Киеве. Это было тоже незабываемо. И когда ты стоишь на сцене, когда ты называют твою фамилию, ты сидишь в зале и пробивает до последнего, наверное, нерва в твоем теле, и ты с такой гордостью идешь на эту сцену. Да, эмоции меня захлестнули сегодня. Простите. Когда ты понимаешь, что ты действительно что-то сделал необычное, и получаешь это маленькое, для кого-то маленькое признание, для кого-то большое, эту заветную $1000, чувствуешь себя, наверное, каким-то героем в этой жизни и понимаешь, что неспроста ты боролся с какими-то определенными трудностями. Каждый банкет директоров, он значим. Это такое шоу, которое я рекомендую пережить каждому, прочувствовать. Увидеть эту красоту и эту прелесть, получить эту премию, первую премию $1000.
Я очень часто вспоминаю о том, когда я еще жила в общежитии, когда я получила свою первую большую зарплату. Я всегда была большим рекрутером, у меня огромная ширина, у меня очень много веточек всегда строилось. И я всегда получала огромную зарплату от компании Oriflame. И когда я получила свою первую зарплату $900, вы знаете, моему счастью не было тогда предела. Все далекие 2000-е годы, начало 2000-х годов, иметь $1000. Я помню, что я уложила своего ребенка спать и сидела вечером, и просто смотрела на эти деньги, и гордость распирала меня за то, что действительно это я смогла это сделать. Поэтому я вам рекомендую, как бы вам трудно ни было, с какими бы вы людьми ни встречались на этом пути, помните, не решайте ни за одного человека, пройдите через все эти трудности, это того стоит. Это даст вам абсолютно новый мир, новую жизнь. Конечно же, это золотые конференции, поездки, да, за границу, которыми награждает нас компания Oriflame. У меня была такая чудная поездка в Швецию, и это была моя первая поездка в Стокгольм, которая наградила меня компания за 2 закрывших звания в течение года. Это для меня было вообще каким-то незабываемым, каким-то такой эйфории вам просто не передать. Швеция, кажется, из Гомеля попасть в Швецию, это просто, это, наверное, невозможно, да? Вы видите, это приветственный ужин, в который нас красиво наряжали, вот в форме морячков. Этот ужин у нас был в музее кораблестроения. Достаточно все очень красиво, очень интересно. Что меня привлекло в Швеции? Обычно на всех столах всегда угощали соками, да, какими-то компотами, еще какие-то напитки. Здесь, в Швеции, на столах стояла везде питьевая чистая вода. Швеция гордится своей водой. Гордится тем, что даже с кранов в отелях можно пить воду и можно делать детское питание. На самом деле, это круто, это встречи, это лидеры, это общение с этими лидерами, это какие-то экскурсии по Швеции. Их было достаточно много, это было посещение фабрики в Швеции. Мы видели, как изготавливают наш продукт. Это было посещение сервисного центра компании Oriflame. Очень часто я встречаюсь с людьми, которые говорят: я была в Швеции, но там нету сервисного центра, я не видела там Oriflame. Я говорю: вы знаете, и я была в Швеции, и я была на сервисном центре, и я видела, и знаю, и нам рассказывали, как изготавливают помады. Там у них огромный сервисный центр, где идет запуск по станциям, да, нам рассказывали, как готовятся каталоги, нам рассказывали, как готовится, как изготавливаются помады, сколько людей работает над тем, чтобы выпустить какую-то новую помаду, сколько упаковочек, сколько этих туб изготавливается для того, чтобы можно было подобрать одну единственную. Это огромно, это очень трудоемкий процесс. Поэтому всем, кто говорят: я была в Швеции и не видела Oriflame, я говорю: я тоже была в Швеции, и я знаю, что там есть Oriflame. Конечно же, это посещение исследовательского института кожи в Стокгольме. Это потрясающие вообще вещи, когда ты понимаешь, что вот здесь начинается запуск этих интересных, новых, инновационных серий, и нам рассказывали, как происходит запуск всех этих серий. Вначале эти все серии тестируются на выращенных клетках. Это очень дорогой способ, и ни одна, наверное, косметическая компания так не поступает. Обычно продукция тестируется у многих компаний косметических на животных. Компания Oriflame тестирует свой продукт на выращенных клетках. И это здорово, мы можем этим гордиться. И, наверное, самой большой гордостью Швеции для меня было то, что меня награждали в Нобелевском зале. Это настоящие нобелевские холлы. Это музыканты, которые нас приветствовали, когда мы заходили в эти холлы. Внутри все точно так же выложено красным кирпичом. Там стояли огромные столики. Из Беларуси на эту поездку тогда квалифицировалось 20 человек. Это наша небольшая команда. Но, вы знаете, эта поездка была очень-очень значимой.
очень торжественно и посетить Нобель-холл, и я горжусь тем, что меня награждали в Нобель-холлах. У меня есть медаль с Нобель-зала, и это, наверное, на самом деле очень круто. Еще было очень значимо на этом приветственном ужине для нас, когда нам выносили мороженое. В зале был полностью потушен весь свет, и вот если вы видите на фотографии внизу, там очень высоко есть окошки и лестницы, и вот под бенгальские огни все официанты выносили эти мороженые тортики с бенгальскими огнями. Это было потрясающее шоу, они подносили каждому столику, раздавали их, это было безумно-безумно красиво. И, конечно же, я желаю каждому там побывать, выполнять квалификации. Я из тех людей, которые очень люблю выполнять всякого рода квалификации, стараться и получать по максимуму. Самым незабываемым для меня мероприятием было награждение на острове Мальта. Это была золотая конференция, на которой мне вручили два чека, та квалификация, которая была выполнена. Я в один год получила, закрыла два звания и получила две премии, 2000 и 3000 долларов. Для меня тогда это было вообще, это была полная сказка. Это ощущение, этот приветственный ужин, на котором нас поздравляли, на самом, сама Мальта, она небольшая, она из 5 или из 8 каких-то городов, из каждого города мы могли переходить, в каждый город мы могли переходить пешком. Там очень маленькие улочки, очень мало транспорта и очень много ездит вот таких повозок с лошадьми, типа в роли такси. И, конечно, площадь, на которой проходил этот ужин, сегодня я могу сравнить ее, наверное, кто с Гомеля, с площадью Ленина, да, у нас есть такая площадь, но, наверное, по масштабу это было две площади, где стояли все столики, была выстроена красивая сцена, был выстроен красивый подиум, подсветка, и люди, которые жили рядом в этих домах, все это было под открытым небом. Люди просто выходили на балкон, и они не понимали, что же там происходит, что же эти люди счастливые делают. И вы знаете, вот это ощущение, когда ты идешь по подиуму с этим чеком, и незнакомые люди тебе, незнакомые люди, родные люди Oriflame, да, с которым ты их вообще не знаешь, с какой они страны и откуда, они говорят тебе: молодец, ты умница, ну, наверное, это незабываемо, это просто незабываемо. Я такой адреналин тогда получила на этой Мальте, наверное, через всю жизнь я смогу это принести, потому что это круто на самом деле. Я рекомендую вам работать, да, посещать такие мероприятия, выполнять квалификации, рассчитывать и быть там. Это, конечно, здорово. Конечно, так как я человек, я вам сказала в самом начале, была очень неуверенной, застенчивой и нерешительной. Только благодаря Oriflame я смогла открыть в себе вот такую новую черту, наверное, чтобы где-то как-то легко выступать на публику, легко быть в каких-то костюмированных мероприятиях, да. Вот маленькая сценка вверху, где мы все в шляпах, это была инсценировка водички Love Potion. Может, кому-то будет интересна такая идея, мы ее очень здорово обыграли под маленький ролик, и, конечно, это было бесподобно. Внизу, там, где я обезьянка, да, вот в образе такой обезьяны, это был Новый год, год обезьяны. Опять же, где я в шляпе из подсолнуха, это был удачный банкет по методу, наверное, банкета директоров на даче. Это было тоже, это был такой отдых, это был потрясающий костюмированный отдых, на котором у нас тоже была красная дорожка, у нас было приветствие директоров по этой красной дорожке. Это было незабываемо. Конечно, это было на берегу озера, и впечатления остались самые яркие, самые лучшие. Конечно же, мы очень любили и любим обыгрывать наш любимый wellness, да, в разных ролях.
Внизу фотография, это король Астаксантин, да, там далеко видно Омега. Вы можете тоже посмотреть на фотографиях. Все эти костюмы мы делали собственными руками, практически все их делала я, так как это была моя прошлая профессия, да, и это труда мне не составляет. Но я хочу сказать то, что вспомните еще раз Катю Соколенко, да, казалось бы, абсолютно простой человек, но какое признание она получила на сцене, да. Точно так же и в моей жизни, и из моей обычной простой жизни я смогла вырваться, и я смогла получить и признание на сцене, убрать свои комплексы, решить какие-то другие человеческие качества, с которыми мне сегодня очень легко и очень просто жить. Конечно же, у каждого есть своя мечта, да, у меня тоже в какой-то момент закралась мечта, я очень, ну, естественно, я уже много лет живу в своей квартире благодаря работе в компании «Reflame», я давно ушла с общежития и живу в своей квартире. У меня была мечта иметь красивую огромную ванну, и, конечно же, эта мечта осуществилась благодаря компании «Reflame». То, что у меня будет автомобиль, это была абсолютно не моя мечта, я никогда об этом не мечтала, я никогда об этом не думала, я боялась сесть за автомобиль. Мне казалось, что автомобиль и я – это абсолютно разные вещи. Ну, наверное, по статусу, да, так как я уже была в звании золотого директора, я понимала, что вроде по статусу мне надо водить автомобиль. Я в 40 лет пошла и сдала на права. Я купила себе первый автомобиль Opel Vectra, на котором я просто училась ездить, и затем, когда я получила свои две премии, я купила себе следующий автомобиль. Да, сегодня я катаюсь на нем, очень-очень его люблю. Но у меня есть в душе уже огромная мечта, которая живет и которая говорит о том, что я очень-очень хочу получить автомобиль от компании Reflame. Да, для этого мне надо всего лишь сделать уровень бриллиантового директора в компании Reflame, и я предложила все усилия, потому что эта мечта у меня живет, и я понимаю, что с компанией Reflame осуществляются все те мечты, которых мы хотим, которые живут где-то далеко, и кто-то в подсознании иногда говорит: нет, я это не смогу, это не для меня. Я вас прошу, не останавливайте себя, всегда стремитесь к большему. Увидев какую-то акцию, какое-то интересное предложение, рассматривайте его по максимуму. Соединяйте 1, 2, 3, 5 акций, все, что дает компания Reflame, и получайте по максимуму. Тогда вы свой мир, свою жизнь измените полностью. Сегодня я могу сказать с уверенностью, что моя жизнь – это два мира, две жизни, две судьбы. Вы знаете, вот это первая фотография, да, на которой я была со своими любимыми девочками. Мне очень было комфортно работать в училище, я очень любила эту работу. Но она мне не приносила больших доходов, она не приносила мне денег, она не приносила мне признания. И сегодня я просто вспоминаю, ты вроде работаешь, стараешься, а как придешь на этот педсовет, я думаю, что здесь есть преподаватели, педагоги, они меня поймут, всегда слышишь одно и то же: все плохо, и за твою хорошую работу тебя постоянно опускают ниже плинтуса, и ты думаешь, а что же ты здесь делаешь, да, почему же ты здесь? И благодаря, конечно же, компании Reflame, благодаря тем людям, которые сделали мне это предложение, показали и рассказали, что есть такой чудный мир, сегодня я и моя дочь, которой уже почти 18 лет, мы счастливо живем в своей квартире, да, мы счастливо живем в этом мире Reflame, который полон признания, полон радости, полон красоты. Мы не замечаем той серой жизни, которая нас окружает, и где постоянно стонут наши знакомые, да, где-то еще родственники. Жизнь полностью поменялась. Конечно, я хочу сказать огромное спасибо нашему Центру развития предпринимательства Smart Business Анжею Ришкевичу, Даше, за то, что этот центр был создан, за то, что он объединил огромное количество лидеров, за то, что мы учимся друг у друга, за то, что мы сила, мы большая команда, и нам будет еще легче развиваться. И мы
получим все те свои уровни, все те звания, о которых мы мечтаем. А самое важное, мы выведем туда свою команду. Мы поможем нашим командам получить свои заветные чеки, первые чеки в $1000. Конечно, я хочу сказать спасибо своей команде за то, что они столько лет со мною, за то, что они поверили в меня. И, конечно же, спасибо моему дорогому директору Юницкой Анне Евгеньевне, которая нашла те заветные слова, чтобы я осталась здесь, в компании «Орифлейм». На сегодня каждый мечтает о чем-то, да? Мечтаете ли вы о своем доме? Мечтаете ли вы о своей квартире? Мечтаете ли вы о своей новой машине? Кто-то мечтает об отдыхе, кто-то думает о том, о каких-то нарядах, да? И мечты могут остаться мечтами до тех пор, пока вы не начнете действовать. Помните о том, как бы сложно вам ни было, какими бы сложными ни были ваши первые шаги, какими бы сложными и непростыми были ваши действия, да, и сколько бы ваши знакомые, родственники и друзья не отговаривали вас, не говорили о том, что это лохотрон, это все неправда, это все не для тебя, у тебя ничего не получится. Вы помните о своей мечте, помните о том, что это ваша мечта, и свою жизнь проживете только вы, а ваши родственники за вас не смогут прожить вашу жизнь. И только вы дадите своим детям то будущее, то светлое, красивое будущее, которое дает нам компания «Орифлейм». Поэтому, приняв решение, да, начните действовать. Начните действовать уже сегодня, после нашего вебинара. Вспомните о своих мечтах, вспомните о том, что вы достойны лучшего. Вы рождены для того, чтобы жить красивой жизнью. Поэтому действуйте, действуйте уже сегодня. И если вдруг вы заметите, что у вас что-то не получается, у вас возникают какие-то трудности, у вас не получается идти к своей мечте, не получается — ползите к мечте. Не получается ползти — не можешь, нету сил — ляг и лежи в направлении своей мечты. Но только никогда, никогда не сдавайся. И вы для себя тогда откроете новый, красивый и счастливый мир. Спасибо, что вы были со мною. Я вам включу еще один очень интересный ролик. Он мне тоже очень-очень понравился. Я думаю, что вы тоже очень много осознаете сегодня после вебинара и переоцените ту жизнь, в которой вы живете, и поймете, что в компании «Орифлейм» много красок, много счастья, много радости, много того, что вы можете дать своим детям, дать себе, увидеть тот мир, который вы заслуживаете видеть. Я желаю вам счастья, удачи, хороших, сильных команд и новых побед. Спасибо, что вы были со мной.